Набор открыток, Воронеж. 1989 год. Площадь Победы. Мемориальный комплекс, посвященный обороне Воронежа в период Великой Отечественной войны. Памятник на Площади Победы в честь разгрома немецко-фашистских войск под Воронежем в период Великой Отечественной войны. Административное здание. Здание управления Юго-Восточной железной дороги. Уголок старого города в районе улицы Карла Маркса. Памятник Петру Первому в Петровском сквере. Театр оперы и балета. Памятник Алексею Васильевичу Кольцову. Покровская церковь. Начало 19 века. Уголок центральной части города. Областной театр кукол. Городской дворец пионеров и школьников. Гостиница «Воронеж». Универмаг «Россия». Летнее кафе на проспекте Революции. Жилой дом на улице Кирова. Гостиница «Центральная» на проспекте Революции. Новый жилой район у Северного моста. Памятный знак у городского водохранилища.